Друзья, всех с Рождеством Христовым! И сегодня в честь этого события я посетила Богоявленский кафедральный собор в Елохове, православный храм, который находится около метро Бауманская в Басманном районе Москвы. Вот эта композиция в честь Рождества Христова. Этот собор был построен в 1845 году в селе Елохово. И в этом храме недалеко родился и был крещен великий поэт Александр Пушкин. Крещен он здесь был в 1799 году, о чем говорит перед входом мемориальная доска. И дальше посмотрим, как храм выглядит изнутри. И также посмотрим отрывки службы в честь сегодняшнего события Рождества Христова. Храм очень красивый, внутри все в золоте, выглядит очень величественно. Эта икона посвящена Рождеству Христову и украшена соответственно. В общем, друзья, всех с праздником, всех с Рождеством Христовым. А вы не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. До следующей встречи!